Воспитанники художественного лицея «Клуб ЮНЕСКО» Даниил Сотников и Влад Елизарьев отличились на 4-м республиканском пленэр-мастер-классе «Талантливые дети, талантливы во всем», который проходил в Кызылорде. Подробности в следующем материале. Владиславу Елизарьеву всего 13 лет, но несмотря на столь юный возраст, в его коллекции десятки нарисованных картин и созданных скульптур. Совсем недавно работы воспитанника художественного лицея по достоинству оценили на республиканском пленэр-мастер-классе «Талантливые дети, талантливы во всем». Проект нацелен на раскрытие в школьниках интеллектуального и творческого потенциала. Там был специальный уголок, называл «Хуторок», и мы там делали свои скульптуры, выставляли на красоту лагеря, потом стены расписывали на домах. Представлял наш город в Кызылорде еще один молодой талант – Даниил Сотников. Почетную медаль и грамоту он получил за оригинальную декоративную роспись на стене. Впрочем, это еще не все. Дети имели возможность получить новые знания в области экономики, электронной журналистики и информационных технологий. Понравилось. Куда мы туда приехали, я никого не знал, только вот с кем в дороге ехал, того и знал. Подружились, познакомились. Я разрабатываю свои способности, потому что в будущем это пригодится. 4-й по счету республиканский пленэр-мастер-класс собрал более 150 ребят со всего Казахстана. Воспитанники клуба ЮНЕСКО участие в масштабном проекте принимали впервые. Это не первая наша победа. Мы надеемся, что не последняя. Наши ученики в этом году имели множество призовых мест в областных, республиканских, межрегиональных, международных конкурсах. Мастер-классы от членов Союза художников Республики Казахстан и преподавателей ведущих университетов страны для школьников – это незабываемый опыт. По словам ребят, в следующем году они намерены побывать на таком мастер-классе вновь. Дамир Абуов, Михаил Казначеев, Новости МТРК.